В отношении заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Иваново возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в конце прошлого года этот сотрудник полиции незаконно получил от гражданина взятку в размере 50 тысяч рублей. За эту сумму он обещал содействовать в привлечении к уголовной ответственности одного из предпринимателей. В отношении взяточника возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.